Нет, не черный. Опа! Кто-то кого. Так, смотри, там был черный. Нифига, всех поубиваешь, что ли? А, это не черный и не белый. Угу. Так, ладно. Так, бежим. Смотрим, так, зелененький. Так, я буду за всеми следить, короче, все. Так, зеленый с белым. Так, ладно. Это что такое лежит? Так, может, это белый убивает? Я буду бегать за оранжевым. Следить, чтобы он никого не убил. Блин, смотри, он за мной бегает. Он меня сейчас может убить. Потому что я знаю, что это оранжевый. Вот игра начинается, ребята. Так, бубль. Что там написано было? Так, один бандит. Понятно. Так, а что у нас тут все на английском? А ну, можно русский менять? Нет. Так, и что сделать? Так, админ, что-то там. Так, что-то надо делать. Так, ну слушай, ну я точно не предатель. А кто же предатель? Так, давайте посмотрим, что нам нужно сделать. Клер астероид. Так, нам нужен астероид. Так. А, вон у нас, смотри, какая-то проблемка. Так, как. А, сюда я заходил. Ох ты! Кого-то купили, убили кого-то. Синего убили? А, Лютика, Бубль, нах. И Мерсис убили? Ага, хотя тут не будет. Так, а ну-ка. А, кто его убил? Кто убил? Кто? Кто убил? Кто? Никто не знает, кто убил. Блин, что делать? Надо голосовать. А, давай попробуем, может быть, это Пук. Давайте, Пук. Так, я проголосовал, да, за Пука? Так, все проголосовали. Так, а где я? Ага, все. Так, фиолетовый думает, что я. Так, видишь, надо будет потом следующий за фишинку. О, розового. Егор вас за... Так, ладно, продолжаем играть. А, кто-то... Так, смотри, все куда-то разбежались. Кто-то там бандит, кто-то из этих всех. Так, посмотрим. У нас есть человек, это очень много. Так, давайте посмотрим карту. Так, опять какие-то у нас проблемки. Так, побежали, все куда-то бегут. Так, со мной зеленый и фиолетовый. Значит, это не они будут. Ну, посмотрим. Так, красный бежит. Красный. Так, зеленый. Вот еще один какой-то. Чувак. Так, смотрим. Морковка куда-то побежала. Так, куда побежала морковка? Что она будет делать? Так, а что здесь? Ага. Так, это что сделать? А, нужно отремонтировать. Фиг знает. Так, все, ладно. Бежим. Так, красный сюда побежал. Ага. Нужно следить за ними. За всеми. Так, а ну-ка, вот рычаг получается, а он не работает. Он не работает. А, кого-то убили. Так, дискус. Так, а кого убили? А, красного убили. Слушай, я думаю, это фиолетовый. Мы с белым в одной комнате сидим. Что надо? И где и кто? Так, блин, на нижнем реакторе. Это фиолетовый, напишу. А, это фиолетовый. А, желтый. Либо. А, желтый, типа на меня, нифига не я. Это фиолетовый. А, давай, за фиолетовый я буду голосовать. Слушай, фиолетовый против меня будет, смотри, а. А ну-ка смотрим. Так, кто за кого проголосует? А, ну сейчас морковку чик ждем, пока они все проголосуют. Так, ну не помню цвет. Так, я такси выполнил. Такси выполнял? Так, пока эти сейчас проголосуют, посмотрим. Кто чего. Так. Красного убили. Но я почему-то думаю, что это фиолетовый убил. Угу. Так, кто-то что-то пишет. А сколько предателей? Так. Один, кажется. Я не только точно не знаю. Один, кажется, предатель. Ага, один. Так.
И чё, кого выкинули? Фиолетового выкинули! Это не был бы предатель. Ах, не фиолетовый был. Слушай, а кто ж тогда? Кто ж тогда? Кто против меня проголосовал? Я уже не узнаю об этом. Ладно. Так, бежим. Смотрим, так, зелененький. Так, я буду за всеми следить, короче, все. Так, зеленый с белым. Так, ладно. Это что такое лежит? Так, может, это белый убивает? Но... Так, зелененький бегает. Фиолетовый. Этот что-то здесь стоит, непонятно, что он тут делает. Так, ждем, смотрим. Кто-то предатель здесь. Кто-то здесь есть предатель. Так, а что у нас там за задания какие? А, кафетерия. Пойдем. А, ну мы в кафетерии бегаем. Ладно, сейчас мы пойдем куда-нибудь вниз. Кто-то, ребята, здесь предатель. Только неизвестно кто. Вот зеленый с оранжевым бегают. Но видишь, они могут тоже быть вдвоем предатели быть. Угу. Так, а я буду сюда посмотрю, что здесь интересного. Слушай, а вдруг это белый предатель, а? Сейчас посмотрим. Так, вот смотри, розовый и белый. Вот они вдвоем. Ага, security. Так, смотрим, смотрим, смотрим на камеры. Ага, здесь можно наблюдать, кто где бегает. Так, не очень удобно, конечно, ладно. Реактор, что у нас тут с реактором? Какие проблемы? Нет, проблем нету. Блин, я хотел бы быть сам я хотел сам быть предателем. И чего-нибудь, кого-нибудь тут поубивать. Но пока. Так, черный бежит. Черный, черный побежал. Давай я за черным побегу. Смотри, ну это не черный, он бы меня мог убить. Это явно и не белый, и не черный. Они просто там стоят. Еще кто же? Коричневый. Давай я за коричневым побегу. Так, а вот белый коричневый, ладно. Так, розовый туда побежал. Да, вот поди разберись. Такс. Нет, не черный. Опа! Кто-то кого. Так, смотри, там был черный. Нифига всех поубиваю, что ли? А, это не черный и не белый. Угу. Так, не черный и не белый. Я с ними был. Точно. Так, отправляем. Кто же это? Кто же был? Так, а сколько нас тут? Так, смотри, если не черный и не белый, значит, это либо коричневый, розовый и оранжевый. Вот кто-то из них. Да, это не белый, это я знаю. Ага. Так, либо... Давай, он вылетел. Так, это значит был... Возможно, это был коричневый. Или оранжевый. Или коричневый, или оранжевый. Или оранжевый. Или коричневый, или оранжевый, ребята. Кто-то из них. Либо коричневый, либо оранжевый. Так, все проголосовали, да? А давай за оранжевого попробуем. Так, о, коричневый. Смотри, за коричневого все проголосовали. Смотрим. Коричневого вылетели. Нет, это точно оранжевый. Это точно оранжевый был. Блин, все, смотри, нас осталось. Слушай, это оранжевый. Да, потому что не черный, не белый. Это оранжевый был. Оранжевый предатель. Да, вот. Я буду бегать за оранжевым. Следить, чтобы он никого не убил. Блин, смотри, он за мной бегает. Он меня сейчас может убить. Потому что я знаю, что это оранжевый. Так. Так, а там белый и черный бегают. Ну, это точно не они. Победа? Почему? В смысле? Победили? А кто же это был тогда?
Да, а кто был-то? Да, не показали нам.